Добрый день, дорогие друзья! В этом видео я хочу вам показать, как я делала муссовый крем. Для крема нам понадобится сливки, йогурт. Я брала лимонный йогурт, но вы же можете брать такой, какой вы хотите. У меня был вот такой. Кто живет в Германии, такой йогурт продается в Нетто. Сгущенное молоко. Желатин и вода для желатина. Все пропорции я напишу в описании. В первую очередь нам нужно замочить желатин. Берем желатин, заливаем его водой, все хорошо перемешиваем, отставляем в сторонку на 20-30 минут, чтобы желатин хорошо разбух. Желатин разбух, теперь можно делать крем. Сливки вливаем в дежу миксера, ставим забиваться. Сначала на низких оборотах, постепенно увеличивая скорость. Сливки взбиваем до мягких пиков. Тем временем приготовим йогуртную основу. Берем йогурт, вливаем сгущенное молоко и перемешиваем. Йогурт достаем из холодильника тогда, когда мы замачиваем желатин. То есть примерно полчаса йогурт будет стоять при комнатной температуре. Разбавляем желатин и тонкой струйкой вливаем в йогуртную основу. Все хорошо перемешиваем. Если вам будет удобно, можно использовать ручной миксер. Вот до такого состояния нам нужно взбить сливки. Йогуртную массу я переложила в чашу побольше. Теперь добавляю сюда сливки. Делю примерно на 3 равных части сливки и поэтапно вмешиваю в йогуртную массу. Сильно интенсивно не нужно мешать. Нужно аккуратными движениями вмешать сливки, чтобы вся пышность не опала. И также с таким муссовым кремом нужно очень быстро работать, то есть собирать торт, поскольку муссовый крем очень быстро застывает. Вот такой крем в итоге должен получиться. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. До свидания!